Такой же маленькой когда-то впервые вышла на лед и Ольга Сосина. Это сейчас она игрок женской сборной России по хоккею, обладательница Кубка европейских чемпионов, двукратный призер чемпионата мира. А в 7 лет альметьевская девчонка из Су-2 наблюдала, как мальчишки играли в дворовой хоккейной коробке, и тоже решила попробовать. Мой первый тренер Данилов Аркадий Павлович. Я к нему подошла, говорю, хочу играть в хоккей. Он говорит, мы девочек не берем. Получив отказ, Ольга пришла снова, уже с мамой. Тренер тогда решил проверить упорство девочки. Он говорит, ну нет, пусть, говорит, вот чистит лед со скребком вот этим, который, ну вы представляете, на улице там такой скребок большой, выше меня, мне 7 лет, и из меня из-за него не видно. Вот всю зиму пусть чистит лед, на следующий год возьмем. И всю зиму в 7 утра перед школой маленькая Оля бегала на площадку. Тренер переменил свое мнение, через год выдал девочке форму. Гоняла шайбу со старшими мальчишками, тренировалась до поздней ночи и через 2 года стала лучшей среди них. Я всегда, наверное, упертая была, и мне всегда хотелось выигрывать. Я по жизни, наверное, не люблю проигрывать, и поэтому, наверное, такие высокие результаты даю. Спартакиада в Новосибирске в 14 лет изменила жизнь хоккеистки. Ее заметил тренер молодежной хоккейной сборной и пригласил в профессиональную женскую команду. Победы, травмы, месяцы тренировок и путевка на первые чемпионаты мира. Сейчас спортсменка живет и тренируется в Уфе и в родной город приезжает раз в несколько лет. Признается, что гордится Альметьевском, который становится только лучше. Говорит, когда тренировалась в детстве, таких возможностей у нее не было. Такого комплекса, как тут, я еще не видела нигде. Я была там и в Питере, и много где, именно вот для такого, для развития, то, что там еще есть очень крутая бросковая зона. Уехав из родного города в 14 лет, сейчас она приезжает сюда в отпуск к главному человеку в жизни – маме. Хотела бы я похожа быть на свою маму, на самом деле, потому что мама у меня такой герой, она всегда нас одна тащила. Разминка, растяжка, тренажеры, тяжелые веса – это стандартная тренировка хоккеистки. Проходит 5-6 раз в неделю. В августе ее команда едет на чемпионат мира, и, возможно, в копилке Ольги будет еще один титул и награда, которых и так не перечесть. А мечта укротительницы шайбы – взять золото Олимпиады. Катерина Машенцева, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока.